Вот такие игрушечки мы сделали на елку. Вот такие игрушечки. Подвесочки такие. Так, такая розовенькая, такая ярко-розовая, такая перламутровая. Здесь крылышки получились, как ангелочек. И вот такая. И вот такая. И вот так они выглядят на елочке. Будут висеть. Тебе какие нравятся больше, Тася? Вот эти, да, которые белые, серебряные. Ну, мы их повесим на елку и там еще раз покажем.